Здравствуйте, дорогие! Это Елена. Я сейчас буду делать расклад в двух вариантах на такую тему. Что о вас думает ваш мужчина? Выбирайте вариант 1, либо 2. Ну, начнем. Вариант номер 1. Что о вас думает ваш мужчина? Неважно, муж это, любимый просто, партнер ваш, ваш мужчина. Что он о вас думает? Он вас считает такой властной, сильной женщиной, которая может принимать решения, которая самодостаточно реализована в жизни. Что еще думает о вас ваш мужчина? Вот, он считает вас состоявшийся в профессии, он считает вас яркой личностью, что вы всегда можете найти ресурс, как заработать денег, вы всегда знаете, как продвинуть себя в том или ином деле. Что еще думает о вас ваш мужчина? Тучи вышли, карта тучи. Но это он говорит о том, что он как бы сомневается в вас. Он на все 100% вам не доверяет. Идет какое-то недоверие с его стороны к вам. Что ваш мужчина думает о вас? Вы умеете любить. Вы такая любвеобильная женщина. Очень хорошо. Что еще ваш мужчина думает о вас? Ну, как прекрасно. Карта всадник. Он считает вас легкой на подъем, что вы всегда готовы к каким-то переменам, каким-то путешествиям, переездам. Романтичной женщиной он вас считает. Что о вас думает? Еще такая одна карта. Ваш мужчина. И вышла сама карта женщина. Ваш мужчина очень много о вас думает. Очень рада, очень прекрасно и замечательно, кто выбрал первый вариант. Так, теперь карты помешаем. И будем спрашивать для тех девушек, женщин, кто выбрал второй вариант. Что о вас думает ваш мужчина? Карта букет. Он вас считает красавицей. Такой женщины-праздник, такой вот воздушной, легкой, привлекательной, обаятельной. О встрече с вами он думает, что о вас думает ваш мужчина. Он вас считает надежным, преданным человеком, верным другом, что вам можно доверять, что о вас думает ваш мужчина. Опять карта вышла лиса. Он считает вас яркой, бизнес-леди, у кого свое дело, находчивый такой, немного со своей хитринкой. Что о вас думает ваш мужчина? Это карта сад. Что вы всегда в обществе, вы всегда можете найти язык по работе, с друзьями, с родственниками, неважно. Вы в любом обществе чувствуете себя в своей тарелке. Что ваш мужчина думает о вас? Надо же, опять та же карта всадник. Что вы легкая на подъем. Что вы готовы в любой момент изменить свою жизнь к лучшему. Что вы не сидите на одном месте, вы всегда в движении, вы всегда впереди. Что еще ваш мужчина думает о вас? Что же еще ваш мужчина думает о вас? Надо же, вышла карта мужчины, карты гадают однозначно. Ваш мужчина очень много думает о вас. Я очень рада. Первому и второму варианту очень повезло с его мужчиной. Желаю всем счастья, любви, самого наилучшего. До свидания.